Ребят, привет! Я хочу вас провести по Лондону, который готовится встречать Рождество. Начинаем нашу экскурсию в Пикадилли. Вот магазины начинают украшать свои витрины. Ну, не все. Вот в потолке, видите, висит гирлянда, но еще не включена. Вот, смотрите, как красиво украшена витрина магазина Аспинал. Вот такая вот красота на витрине. Вот. Вот так украшен Пикадилли циркус. Видите, скейтбордисты. Конечно, можно сказать, что людей практически нету для этой площади. Но, к сожалению, локдаун. С Пикадилли циркус мы выходим на Реджент-стрит. И вот сейчас по Реджент-стрит пойдем посмотрим, как украсили Оксфорд-циркус. Реджент-стрит вот тут наверху висят тоже такие новогодние гирлянды, но они не включены пока. Вот смотрите, какая красиво украшенная витрина магазина Лоцитайн. Это просто проход. Вот так украшен просто проход. Не все магазины украшены. Я буду снимать самые красивые. Видите, большинство магазинов пока не обновили свои новогодние витрины. Вот новогодняя витрина магазина Superdry. Это спортивная одежда. Магазин Burberry. Никаких намеков на Новый год. Темно, пусто. Вот витрина швейцарских часов. Видите наверху фонарики? Rolex. Пока у них день памяти, красные маки. Нового года еще нет. Магазин Anthropologie. Вот там елочка у них внутри. Ну, собственно, все. Сам магазин, как магазин. Calvin Klein. Никаких намеков на Новый год. Внутри пусто. Магазин Levi's. Закрыто, пусто. Нового года у них пока нет. Kate Spade, Нью-Йорк. Украсили витрины шариками к Новому году. Закрыто, внутри пусто. Магазин детских игрушек. Прекрасные витрины к Новому году. Прекрасно, но видите, все закрыто. Можем посмотреть только на витрины. Вот украшают магазин, видите, новогодними снежинками. Снежинки висят. Магазин Molton Brown. Движемся по Regent Street. Вот мы уже подходим впереди Oxford Circus. К сожалению, ночная подсветка, вот, которая подвешена над улицами, не включена. Не знаю почему. Оксфорд Циркус. Мы на углу Regent Street Oxford Circus. И вот видите, новогодняя подсветка здесь работает вовсю. Мы сейчас с вами пойдем в сторону Селфриджа. Здесь довольно-таки оживленно. Сейчас посмотрим, что у нас с распродажами. Закрыто. Интересно, да? Вроде магазины должны работать. Закрыто. Причем закрыто вообще. А не то, что закончилось рабочее время. Просто закрыто.
Вот эти вот маленькие магазинчики, видите, они открыты, но тут, конечно, только для туристов. Вот так выглядит рождественская Оксфорд-циркус. Вот так украшены деревья, видите, фонарики зажигаются на деревьях. Напротив закрытого универмага. И магазин тоже закрыто. Макдональдс работает. Это большой универмаг Джон Льюис. Вот весь светится. И все. Закрыто. Вот это вот громадное здание для покупателей закрыто. Пожалуйста. Булочки продавали закрыто. Магазин не просто закрыт, а вообще все убрано. Брос закрыто. River Island. Здоровый магазин, несколько этажей. Пожалуйста, Новый год. При этом, да, стоит 30% скидка. Джон Льюис, видите? Решетки опущены на вход, все. Впереди вот большой магазин House of Razor. Красиво, не правда ли? Кругом висит реклама, 50% скидка. И вот, пожалуйста. Все. Нового года покупок нет. Вот так выглядит витрина House of Razor. Видимо, если будут быть витрины, чтобы не зашли. Сваровский. Та же история. Пусто. Магазин Зара. Закрыто. Дебенхамс. Огромный универмаг. Чтобы никто не выбил двери, не зашел, заблокировано железными тележками. Маленький ларечек сувенирный. Все по 1 фунту. Закрыто. Дисней. Закрыто. Пусто. Смотрите. Большие магазины. Они себя просто заколотили. Они просто заколотили первые этажи, закрыли витрины. Это я прохожу, вот напротив меня Бонд-стрит, станция метро. Товары для женщин. Интимиссими. Трусы, лифчики. Не нужно, видимо. Закрыто. Обувь Рассела Бромли. Закрыто. Внутри темно. Color London магазин. Закрыт, заколочен. Большой универмаг Гап. Закрыто. Следующий универмаг просто закрыт, заколочен.
Вот я дошла до Селфриджа. Велосипедисты разводят туристов, когда они есть. Вот Селфридж, елочка. Внутри тоже вон елочки. Уличные музыканты пытаются заработать. Мама дорогая, что я вам скажу? Посмотрите, Зара, темно. Пандора, темно. Ой-ой-ой, Марк и Спенсер, темно. Да. Смотрите. Все закрыто. Внутри темно. Вот так выглядят универмаги. Огромные универмаги Лондона на Рождество. На Оксфорд Циркус. Водофон закрыт. Жалюзями все зашторено. Обувь Кларкс. Все зашторено, закрыто жалюзями. Вот, пожалуйста. Рассел и Бромлей. И мобильные телефоны. Дюна. Одежда для женщин, трусы и лифчики. Видимо, нам не надо во время вируса. Аксессуары Мунсон, Праймарк, просто несколько этажей, ребята. Амба-отель, прелесть, решетки. Через дорогу Праймарк, да, я уже говорила вам. Смотрите, витрины не украшены, половина заколочена изнутри, темно. Вот, слава богу, пока открыт. Это аптека, чтобы вы понимали, да? Фармаси. Опять-таки, да, одежда для женщин, трусы, лифчики закрыта, темно. Холланд и Барретт. Ну, это пищевые добавки. Открыто, одежда закрыта. Закрыто. С той стороны тоже все закрыто. В общем, все магазины одежды, обуви, все закрыто. Стоят предупреждения на социальную дистанцию 2 метра.
Ну вот как-то так. Мы дошли до Marble Arch. Я с вами прошла практически половину Oxford Circus. К сожалению, вот такой Новый год. Я выжил.